На совещании присутствовали предприниматели, представители управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа, сотрудники Госсадмтехнадзора и территориальных отделов. Установочное совещание по переходу к зимнему периоду – это комплекс проблем, связанных, во-первых, с антиковидными мерами, во-вторых, с предстоящей уборкой снега зимой. Обещают нам снежное, так скажем, плюс новогоднее оформление, поскольку все-таки предприниматели округа и, так скажем, торговый объект создают основное новогоднее настроение в связи с тем, что они у нас превалируют и преобладают в нашем округе. В преддверии новогодних праздников в муниципалитете проходит конкурс «Лучшее оформление предприятий и торговых точек». Все желающие могут принять участие до 31 декабря. Подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации округа. Также на совещании особое внимание было уделено содержанию объектов торговли в зимний период. По этому вопросу выступил начальник территориального отдела номер 25 Госсадмтехнадзора Московской области Игорь Винокуров. Если магазин большой, то на всю ширину территории магазина, я буду думать так, и вокруг его в течение 5 метров – это ваша территория, которая должна быть очищена от наледи и снега. Традиционно в декабре проходит благотворительная акция «Исполни детскую мечту», в которой активно принимают участие предприниматели муниципалитета. В этом году, скорее всего, это будет все проходить как-то дистанционно. Скорее всего, мы к детям, которые написали письма Деду Морозу, будем приезжать на дом, у нас не получится, не будет возможности собрать их и вручить подарки. Вот. А к вам, как предпринимателям, нам выделили, я вам скажу, не такое большое количество, потому что желающих помочь детям очень много, нам выделили небольшое количество конвертов. Это письма детей со сложной судьбой, которые они собственноручно написали Деду Морозу, что они хотят получить на Новый год. По завершению мероприятия участники встречи получили конверты с письмами Деду Морозу, чтобы в дальнейшем приобрести необходимые подарки для детей из малообеспеченных семей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.